Уборка зерновых культур практически завершилась на полях Нижегородской области, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. На нижегородских полях сжато более 500 тысяч гектаров зерновых культур. Это почти 100%. Сейчас уборка зерновых продолжается. Всего планируется собрать 1 миллион 200 тысяч тонн урожая. По данным Минсельхоза, за последние годы жители Нижегородской области стали потреблять больше продуктов из зерновых.